Кстати, центры проведения викторины уже открыли свои двери. Приходить сюда можно до 8 часов вечера. И легко, весело и быстро отвечать на вопросы и получать подарки первого тура. Среди них бытовая техника, туристические путевки и подарочные сертификаты. Для многих накануне такие подарки стали неожиданным и приятным сюрпризом. Приз оказался неожиданным. Шла за конфетками. Получила билеты на чемпионат по биатлону. Я пришла на тюменскую викторину и выиграла миксер! Ура! С утра я встала. Стыдно сказать, помолилась Николаю Чудотворцу, чтобы выиграть большой подарок. Ответила на вопрос и получила смартфон. Я сегодня в викторине «Люби свой край» получила напольные весы. И теперь у меня будет стимул похудеть немножко к лету. Спасибо большое нашей Тюменской области.